Алексей вместе со своей напарницей Екатериной уже спокойно проверяют медицинское оборудование. Но час назад у врачей каждая секунда была на счету. В отделение скорой помощи поступило сообщение: в Баковском пруду утонул человек. Спасательная операция могла осложниться пятничными пробками, но медики смогли доехать на место происшествия быстро. Приехали мы тотчас после получения вызова. И, в общем-то, на месте была продолжена реанимация, то есть с помощью такого аппарата, который осуществляет автоматические компрессии сердца, и искусственной вентиляции легких. В общем-то, в таком состоянии он был доставлен в ЦРБС, сразу в реанимацию. Вот, он жив, состояние тяжелое, но достаточно стабильное. А ведь на воде надо быть особенно осторожными. Подобная история, к сожалению, не единичный случай в округе. Поэтому оперативность и профессионализм одинцовских медиков играют огромную роль в спасении человека. Очень часто бывают такие случаи. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы успеть вовремя реанимировать пациента, вовремя помочь, оказать помощь и доставить в стационар. Если на дороге вы видите карету скорой помощи, которая спешит на вызов, не забывайте уступать ей дорогу. Ведь зачастую от времени прибытия врачей зависит чья-то жизнь. Екатерина Крамер, Фарид Хайретдинов, телекомпания «Одинцова».